Жми лайк, если хочешь сталкер на Android, и мы посмотрим, сколько нас. Здорово, ребят, с вами Илья, и сегодня у меня крутые новости для всех любителей игрушки Stalker. Ведь дело в том, что директор и основатель компании официально объявил о том, что будет Stalker 2, и уже сейчас он находится в разработке. Сразу говорю, примерная дата выхода — это 2021 год, поэтому ждать еще нужно долго, однако в любом случае новость весьма горячая. Здесь на самом деле неизвестно, на каких платформах игра будет, и кто знает, может, помимо ПК игра еще появится на консольках и даже на мобилках. В любом случае, Android и iOS, я думаю, не стоит сразу отметать, и вполне вероятно, что на смартфоны будет какая-то версия, возможно, ее даже урежут. Особенно если учесть, что сейчас мобильные игры реально пользуются большим спросом, такая вероятность имеется. Также пока неясным становится сюжет игры и место событий, но, скорее всего, как я думаю, это будет продолжение истории в Чернобыльской зоне, где мы снова будем выживать. В любом случае, как только какая-то информация еще появится, я, конечно же, вам сообщу, поэтому буду держать вас в курсе дела. Ну а так, само собой, ребят, жмите лукас и подписывайтесь на канал, и тогда вы всегда будете в теме всех новиночек. До скорых встреч и пока.